Приветствую вас. Давайте посмотрим в корень проблемы и попробуем разобраться с ней. Потому что, вообще-то говоря, вопросы вызывают и ваша реакция в виде того, что вы пьете часто, и, собственно, причина, которую вы называете для этого. Значит, причина у вас это то, что вы испытываете чувство вины перед родными. Значит, перед родными и близкими вы виноваты. Кто это решил? Пожалуй, первый вам вопрос. Кто решил, что вы виноваты? Второй вопрос. Ну, вы говорите о том, что вы чувствуете вину. Кто вам эту вину прививает? Не вы же сами решили, что вы виноваты. Скорее всего, чувство вины привили вам ваши близкие. Давайте подумаем, для чего им это нужно? Для чего нужно близким прививать вам чувство вины? И когда мы ответим на этот вопрос, то сразу станет, в общем-то, я надеюсь, понятно, что близкие проявили вам чувство вины для того, чтобы было легче вами управлять, чтобы вы чувствовали себя виноваты, чтобы вами можно было манипулировать. То есть получается так, что близкие, те самые, из-за которых вы вроде как пьете, из-за которых вы вроде как переживаете, навязали вам чувство вины, потому что им так комфортно, им так выгодно, удобно, приятно и так далее. Возникает вопрос, если они это сделали в своих интересах, то почему они не думали о вас? Когда они навязывали вам чувство вины для того, чтобы вами управлять и манипулировать, почему они не думали о вас? Они ведь поставили свои интересы превыше ваших, получается, верно? Если речь идет о том, что они вами манипулируют. И тогда спрашивается, чувство вины, которое они вам привили, это истинное ли, реальное ли состояние ваше, реальное ли положение вещей, или это субъективное мнение других людей по поводу того, что вы, по их мнению, должны делать. Я надеюсь, что вы понимаете сейчас самое главное, что субъективное мнение не может быть справедливым для всех людей. Оно может быть справедливым для одного человека, но оно не может быть справедливым для всех людей. А ваши родные пытается свое мнение навязать вам. Почему? Потому что им так комфортно, им так выгодно, им так удобно, и это в их интересах. Понимаете, то, что получается, то, что вы считали истинным, то, что вы считали верным, то, что вы
не подвергали сомнению, оказалось всего лишь навсего субъективным желанием других людей и не более того, которые почему-то считают, что то, что они возвели в ранг верного и правильного, справедливый для вас. Пожалуй, не нужно говорить здесь о том, а точнее излишне говорить о том, что это не на пользу вам совершенно. Пожалуй, излишне говорить и о том, что вам это только вредит. Поэтому первое, что нужно сделать, это понять, для чего ваши родные так себя поставили. Почему ваши родные сделали так, что вы чувствуете себя виноваты? Для чего они это сделали? Что ими двигало? Понять вот этот момент и перестать принимать их оценочные суждения за свои. У вас своя оценка, у них своя. Для того, чтобы успешно это сделать, нужно, главное, быть больше уверенной в себе. Быть больше ориентированной на себя, а не на близких. И те слабые моменты, те слабые стороны, которые, как вы считаете, если вы считаете, у вас есть, их нужно убирать, с ними нужно работать. Работать над повышением самооценки, над повышением гордости, над повышением самомнения и так далее. И тогда вам никто не сможет навязать свое чувство вины. Никто не сможет навязать вам чувство вины. Почему? Потому что человек, который навязывает чувство вины, он как бы предлагает вам взять за него ответственность за какие-то аспекты своей жизни, при этом пожертвовать собой. Кто пытается скинуть ответственность за свою жизнь с себя на другого? Только слабый человек, который не уверен в себе, или эгоист, который хочет за счет другого человека получить что-то, что он не может сам получить, либо не хочет стараться, чтобы это получить. То есть, вообще говоря, моментов и вариантов здесь достаточно много для вот подобных аспектов. Но мне хочется сказать, что без вашего собственного понимания, без правильного, точнее, понимания ситуации, без правильного понимания вот этой причинно-следственной связи, вам будет достаточно тяжело. Потому что если вы не увидите причин, по которым другие люди, ваши близкие, перевешивают на вас ту ответственность, которую они должны нести, если вы не будете этого видеть, то вы так и будете прозябать в неуверенности в себе и в чувстве вины. Дальше вы пишете такую вещь, что вы, условно говоря, пьете алкоголь, злоупотребляете алкоголем. Что же, здесь вам нужно сказать только то, что путь, который вы выбрали, не является правильным, является опасным для вас. Является смертельно, не побоюсь этого слова, смертельно опасным путем для вас.
и хорошего он вам не принесет ничего, абсолютно ничего. Вам нужно это понять. Алкоголь не решает ваших проблем. Алкоголь на время позволяет вам забыть свои проблемы. Это да. Но помогая забыть проблемы, алкоголь их, к сожалению, не решает. А не решая проблем, алкоголь делает гораздо более существенным, гораздо более трудоемкими, тяжелыми проблемы, которые у вас есть и так. То есть вы, грубо говоря, с проблемой столкнулись. Вы, грубо говоря, пытаетесь как-то проблему свою решить. Но вместо этого вы употребили алкоголь, свою проблему забыли, вам полегчало, потом проблема вновь ударила по вам с новой силой, и вы уже не можете без этого самого алкоголя. Потому что вам тяжело. Отсюда, по сути, такая опасность алкоголя. Это мнимое решение вашей проблемы. Если сейчас, в данный момент времени, вы вот эти простые истины, которые я вам сказал, не сделаете своими, не примете их, вы рискуете от чувства вины не избавиться. Вы рискуете впасть в алкогольную зависимость и еще больше винить себя. Пожалуй, вам нужно подумать о том, чего хотите вы. Пожалуй, вам нужно подумать о том, какой вы видите себя. Пожалуй, вам нужно подумать о том, какие у вас интересы, и стремиться только к этому, как и делают взрослые люди. И если ваши родные вас любят, они не будут навязывать вам чувство вины. Они порадуются за вас. Порадуются, что вы идете к своей цели, что вы стремитесь к тому, что вам важно. Порадуются тому, что вы защищаете свои интересы. А главное, со скрипом, может быть, но примут это ваше поведение. У них не будет выбора. А если не примут, то это их проблема, и это означает, что эти люди вас совершенно не любят и вами не дорожат. Пожалуй, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Основные направления решения вашей проблемы я дал. Теперь дело за вами, вы можете либо выбрать эксперта и поработать сами, более конкретно, более подробно, работа предстоит достаточно длительной, не один раз. Либо вы можете сами попробовать действовать в тех направлениях, которые я описал. Это займет больше времени, больше времени, вы рискуете ошибиться, рискуете сорваться, рискуете вступить в привычную модель поведения, но тем не менее. Пожалуй, последний вопрос, который я хотел бы вам задать перед тем, как закончить, это вопрос, связанный вот с чем. Что вам приносит алкоголь? Почему с чувством вины вы решили бороться именно алкоголем? Почему вы не попытались исправить все, что вы, по вашему мнению, натворили, сделали плохого, дурного своим близким? Почему вместо того, чтобы сделать что-то, вы решаете залить горе алкоголем? Ответьте себе на этот вопрос. Подумайте о нем. Подумайте о том, какие мотивы вас двигали на это. Возможно, тогда вам станет чуточку понятнее, что вам делать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен оценке его как лучшего. Если какие-то вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку, помогу. Желаю вам всего доброго и удачи.